уже завтра можно ревакцинироваться. Сегодня об этом сообщили в Минздраве. Почти 26% столько населения у нас привилось от ковид. Путь к коллективному иммунитету – «Спутник Ви». Этого ждали многие. Вакцина «Спутник Ви». На выходных в Приднестровье привезли 100 тысяч доз. Два компонента. Этого хватит, чтобы привить 50 тысяч человек. Началась вакцинация «Спутником». Все центры гигиены и эпидемиологии территориальные выдали в лечебно-профилактические учреждения для вакцинации населения. Михаилу Смирнову 76. Он в группе риска. У мужчины букет болезней – давление, сердце. Сегодня пришел в Бендерскую поликлинику записаться на вакцинацию. А здесь сразу предложили привиться. Именно «Спутником» я хотел. Вакцинируйтесь, чтобы не заболеть, в будущем заболеть, чтобы и других не заразить. Спутником прививают везде, даже на рынках. Вакцину хранят при минус 20. При поступлении всю партию проверила главный санитарный врач. Срок годности вакцины до марта следующего года. Перед тем, как сделать укол, ампулу с антидотом размораживают. Вакцина хорошая, сделала в сентябре этого года, годно до марта следующего года. Уже можно и ревакцинироваться от ковид. Есть приказ Минздрава. С завтрашнего дня в прививочных кабинетах ждут всех желающих. На ревакцинацию можно записаться в поликлинике по единому номеру 126, на портале госуслуг или просто прийти в прививочный кабинет. Помимо «Спутника» есть и другие вакцины на выбор. Речь идет о вакцине Pfizer, Sinopharm, Sinovac, Johnson и AstraZeneca. В полном достаточном количестве мы имеем данные вакцины как для первичной вакцинации, так и для ревакцинации. Но для населения, для наших жителей мы хотим сказать четкие рекомендации о том, что ревакцинация должна проводиться ни в коем случае не раньше 6 месяцев. Чем ревакцинироваться? Есть схема, вот она. Если, например, привились спутником, ревакцинироваться можно двумя дозами того же спутника или одной дозой Pfizer, Janssen или Moderna. Партию Moderna ждем в ближайшее время. Этого препарата у нас еще не было. Moderna американского производства, одобрена ВОЗ. Эффективность 92%. Вакцина защищает от новых штаммов короны.